Ну что ж, друзья, вышел свежий и интересный контент по приключенческой игре Horizon. И в этот раз вторая часть будет наименоваться как Horizon Forbidden West и станет логическим продолжением первой оригинальной части с главной героиней Элой. Салют, people, с вами Human, и мы начинаем! Пока что нам неизвестна точная дата выхода, но зато по новым кадрам из грядущей игры мы примерно понимаем, чего нам стоит от нее ожидать. Если же вы забыли сюжет дебютного трейлера Forbidden West, напоминаю, Элой предположительно отправляется на запад, дабы восстановить часть древних технологий, которые так необходимы для предотвращения таинственной угрозы. И все это она вершит не сама, а со своим новым товарищем Эрендом. Но в перспективе мы видим, что он находится в заложниках у какого-то еще неизвестного нам племени. В Horizon Forbidden West есть уже огромный список механизированных животных. Часть из них мы успели увидеть во время игрового процесса. Те же свирепые когтистые странники, или же Клаус Трайдерс, и похожие на мамонтов Тремор Таскс, которые используют некоторые рейдеры из которыми и столкнется Элой. Но с прибытием новых угроз у нашей героини добавились и новые улучшения снаряжения. Теперь для быстрого перемещения и пущей маневренности мы сможем использовать крюк, который мне чем-то напоминает Assassin's Creed, а также планер из Fortnite. К тому же, Элой сможет приручать когтистых странников, что поможет вам как в битве с врагами, так и в более быстром перемещении по локации. А те из вас, кто будет проходить Horizon на 5-й PlayStation, знаете, что игра использует все преимущества тактильной обратной связи DualSense и функции адаптивных триггеров, так что при натягивании тетивы вы ощутите все ее сопротивление. Оригинальная игра Horizon Zero Dawn была выпущена еще в 2017 году, а дополнение под названием The Frozen Wilds, которое логически продолжало цепочку повествования, вышло позже в этом же году. Спустя же 3 года, в 2020 игра была портирована на ПК. И кстати, это первая из многих игр для PlayStation 4, которая появилась на десктопе. Что не менее важно, так это то, что под конец видео нам показали как PS4, так и PS5. А значит, Horizon не будет эксклюзивом для 5-й PlayStation. И это хорошо, поскольку нехватка микропроцессоров и в итоге консоли PlayStation могла бы помешать широкой доступности этой игры. Так что шаг вполне разумный и уместный. И несмотря на мое личное мнение по игре, которое я на самом деле несказанно жду, проект получил признание критиков и множество причин на коммерческий успех. Так что я думаю, не за горами очередной хит сразу на два типа консолей, как на Next Gen, так и на Past Gen. Ну а пока мы ждем, кайфовой вам игры!